Здравствуйте, ребята! Сегодня я вас приглашаю сделать со мной объемную аппликацию «Осенний лес». Итак, приступим к работе. Для работы нам понадобится корректор, фигурные дыроколы, ножницы, простой карандаш, клей, цветная бумага, цветной картон. Основанием аппликации будет плотный лист бумаги синего цвета. Складываем его пополам. Далее берем линеечку, отмеряем с одного края 2 сантиметра, делаем пометочку. То же самое делаем и с противоположной стороны. От края отмеряем 4,5 сантиметра. То же самое делаем и с противоположной стороны. Далее берем ножницы. Ножницами мы работаем очень аккуратно, бережем свои пальчики. Отрезаем. Согнули вовнутрь. Далее берем линеечку, отмечаем 3 сантиметра. И с другой стороны 3 сантиметра. Вверх отмеряем 2,5. Берем ножницы, отрезаем. Поскипаем в одну сторону. Далее берем линеечку, отмеряем 3 сантиметра. То же самое делаем и с противоположной стороны. Вверх отмеряем 1,5 сантиметра. Отрезаем. Вот что у нас должно получиться. Далее берем лист бумаги темно-синего цвета, складываем его пополам. Далее берем клей и тонким слоем наносим на основание. Основание готово. Из бумаги красного цвета вырезаем прямоугольник, обрезаем с одной стороны края. Это будет шапочка мухомора. Берем корректор и рисуем точки. Далее из бумаги белого цвета вырезаем ножку мухомора и приклеиваем ножку к шляпке. Также делаем и белые грибочки. Из бумаги коричневого цвета вырезаем полосочки. Это будут стволы деревьев. Из бумаги красного, желтого цвета, оранжевого, зеленого вырезаем кроны деревьев. Далее мы берем клей, мы работаем на клееночке, крону приклеиваем к стволу дерева. Приклеиваем все детальки к основанию аппликации. Фигурными дыроколами вырубаем листочки и декорируем нашу поделочку. Закончили делать мы нашу поделочку. Вот что у нас получилось. Я надеюсь, вам понравилось. Всем спасибо, до новых встреч!